встречи блогеров. На самом деле для меня это что-то новое, что-то необычное. Очень интересно, что будет происходить на этой встрече, так как ранее меня приглашали уже несколько раз, ну, в силу разных обстоятельств я не смогла посещать данное мероприятие. Поэтому сегодня буду очень внимательно смотреть и слушать, о чем там будут рассказывать, и обязательно поделюсь с вами. То, что мы уже сделали, это будет личный опыт. Это не будут какие-то теоретические моменты, вот вы можете так сделать или так, и там, наверное, работает, это реально все работает. Это, то есть, чтобы вы понимали, я вообще не буду. Я изначально фокусник, который занимается. Ну что ж, друзья, в общем, побыла я на встрече, скажем так, известных и очень известных блогеров. И что хочу сказать, для себя я выделила очень интересные моменты, как правильно подавать информацию, как правильно общаться с рекламными агентствами, как вообще создавать свою инстаграмную жизнь. И спасибо огромное спикерам, это были очень интересные находки, мысли, а также список литературы, который необходимо прочитать для понимания ведения правильного аккаунта. Но в целом я еще сделала для себя такой же вывод, что, знаете, все то, что настоящее, оно будет жить долго, потому что это настоящее, это искреннее, это там не супер обработанные фотки, видео, то есть такой лайфстайл, это рекомендации с проверенными товарами. И мне кажется, вот тогда это работает, и тогда это действительно имеет внимание от большой аудитории, потому что зачастую мы также видим, скажем так, блогеров и лидеров мнений, которые, ну, плюс-минус там стараются помощи каких-нибудь дополнительных схем накрутить себе подписчиков, вот. Поэтому я сегодня была очень горда собой, что у меня живая аудитория. И моя умничка, хорошо, зай. И в очередной раз я хочу вам сказать огромное спасибо, что вы моя живая аудитория, мне очень приятно, и все-таки я хочу больше оставаться творческой личностью, чем там блогером, но, возможно, в скором будущем и это тоже мне будет интересно, и я это тоже буду развивать, вот, но пока хочу для вас оставаться просто хорошим человеком, танцовщицей, мамой и человеком, который несет полезную информацию в своем аккаунте.